Администрация Кинешемской ЦРБ в моем лице, как главного врача, выражает действительно огромную благодарность за дарение вот крайне нужных, необходимых нам действительно транспортных средств для тяжело больных людей, а именно сидящих каталок, которые нужны постоянно в работе любого отделения, любой поликлиники. И действительно у нас существует большая потребность в связи с тем, что часто такая техника ломается. И вот это вот дарение, связанное с пополнением, я бы назвал даже парка, каталог, нам крайне важно и нужно. И я хотел бы сказать большое спасибо, искренне, и большую признательность выразить руководителю епархиального центра по защите прав материнства, детства, семейных ценностей, Малая Церковь, протоиерею Петру Влащенко и ключерю Храма Христа Спасителя, протоиерею Михаилу Рязанцеву за тот дар, действительно серьезный, хороший для Кинешемской ЦРБ. И надеемся на наше сотрудничество в дальнейших богу угодных делах.